Ребят, привет! 27 ноября 2020. У нас прекрасный солнечный день в Калифорнии. Я нахожусь в небольшом городке в Силиконовой долине. Сюда меня привел гитарный вопрос, скажем так. Увидел объявление по продаже гитар. И вот я приехал сюда. Сейчас расскажу и покажу, что я приобрел. Да, ребят, ну вот тот, кто немножко в гитарах сведущий или понимает, или немножко как бы читал информацию, то у гитар важно акустических, электроакустических, важен материал, с чего они сделаны. Самые недорогие гитары, они сделаны с фанеры, да, с ламината. Даже часто очень используется реально ламинат, то есть где уже это даже не фанера, а стружка, да, прессованная. Следующий модельный ряд идет уже, когда верхняя дека — это цельное дерево, а уже бока и задняя часть тоже ламинированное дерево. То уже следующий модельный ряд, да, и ценовой ряд. Самые ценные акустические и электроакустические гитары — это те, у которых полностью все части корпуса сделаны с натурального дерева, ну, по-английски solid wood. И вот я здесь нашел человека, который продает, это его личный бренд, американец, он имел фабрику во Вьетнаме, но сейчас из-за коронавируса, получается, он, ну, разорился, и вот это, ну, здесь по-английски называют liquidation, то есть ликвидирует бизнес и вот продает остатки. Гитары этого бренда, вот он называется Phoenix, здесь можно даже посмотреть на мешке Phoenix Guitars Aptos California, то он продавал по небольшим магазинам, которые торгуют музыкальными инструментами. Ну и опять же, повторюсь, из-за коронавируса они практически все закрыты. И что я здесь приобрел у него? Смотрите, вот эта гитара, это чисто акустическая гитара. Чисто акустическая гитара. Она сделана с цельного дерева. У нее сосновая верхняя дека. И, ну, по-английски махагани. Задняя часть и бока махагани — это по, ну, по-нашему, да, по-русски это красное дерево. То есть вот такая гитара. И, а это уже у нас электроакустическая гитара, ну, другого ценового диапазона, потому что у нее, видите, здесь отделка перламутром очень красивая, здесь отделка перламутром. Ну и получается, звукосниматель встроен, но у нее уже задняя часть и вот это, вот этот бок, боковые части, они у нее уже сделаны с клена, это кленовые уже. То есть вот такая красота, ребят. Ну, естественно, обе гитары я опробовал, очень классная. Классное звучание, хоть в акустическом, хоть при подключенном звукоснимателе. Великолепно звучат гитары. Немного по-разному звучат из-за материала корпуса. Ну и самое главное, цена вообще. Вообще, ребята, цена просто нереально смешная. Вот эта гитара полностью solid wood стоит. Я за нее заплатил $100. А эта гитара, ну, стоило бы мне $300 в реале, так как я взял две гитары, он мне сделал скидку, и за две гитары solid wood я заплатил $360, с чем я себя и поздравляю. Ну, порадуйтесь со мной, ребята, тоже. Очень классные гитары, великолепные, и прекрасный дил. Вот, так, вот такие красопеты. Смотрите, здесь какая красота. Видите, как все сделано четко. Отделочка. Перламутр просто, тут вообще такая красота. Реально высокохудожественная работа. Ну да, и гитары
Гитары идут. Здесь тоже, видите, можно. В принципе, грифы, в принципе, не отличаются. Материал тот же самый. Единственное, уровень отделки. Инкрустации здесь меньше. И здесь вставка из другого материала, насколько я понимаю. Вот такая красота. Да, и гитары идут в таких мешках, да, geekbags называется по-английски. И еще он дал также увлажнители, вот такие тоже бесплатно. Интересно, что вот эта вещичка, ну, очень простая, просто пластиковая коробочка с заполненная поролоном и увлажненный поролон дырочкой здесь. Но это, говорит, очень важно для гитар из натурального дерева, чтобы они не растрескивались и не пересыхали. Просто это вот поролонка должна быть влажноватая постоянно. И она тогда поддерживает нужную влажность внутри мешка. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Бай-бай.